Приветствую всех на канале Tamon of Life. Сегодня у нас 31 октября 2024 года. С сегодняшнего дня, а точнее с 1 числа, несмотря на то, что это будет пятница, у меня начинается марафон похудения. Вы когда-то видели мое состояние, когда я был слишком толстым? Это было до 2016 года. Когда я был в отличной форме, это был 17-18 год. Потом я начал полнеть, и сейчас мой вес составляет примерно от 112 до 115 килограмм. Это много. Мне самому неудобно это состояние, поэтому решено было за, получается, 5,5 месяцев. Почему 5,5 месяцев? Потому что этот марафон стартует 1 ноября 2024 года и заканчивается в день моего рождения, 11 апреля 2025 год. Это 4, почему 4? Начнем, давайте считать. Ноябрь, декабрь, январь, февраль, март. 5 месяцев и 10 дней. Как я сказал, сейчас стартовый вес у меня примерно 115, берем по максимуму. Мой вес, к которому я хочу приблизиться до моего дня рождения, это 90 килограмм. Что это означает? Что 25 килограмм нужно сбросить. Реально ли это сделать? Реально. Почему? Потому что в среднем 5 килограмм в месяц – это реально похудеть. Но так как я знаю, уже есть личный опыт, первый месяц, если правильно питаться, будет больше сброс, где-то примерно килограмм 7. А последний месяц это может быть там 2 килограмма. Поэтому, в принципе, это все реально осуществимо. Нужно только на это настроиться и начинать этот марафон похудения. Потому что мне в этом теле на данный момент неудобно жить. Именно поэтому я хочу сделать себе подарок на 40-летие. Мне будет уже 40 лет в следующем году. Много, много. Вот. И похудеть до 90 килограмм. Выглядеть в свои 40 в хорошей физической форме. Подтянутый. Это не совсем прям будет супер классно выглядеть. Но будет подтянутый молодой 40-летний человек перед вами. В апреле 2025 года. Такие у меня планы. Надеюсь, вы поддержите меня. Будете следить за моими видео на YouTube-канале. И я буду очень рад, если у меня все получится. То есть, сильная духом должна быть персона, так скажем. Человек должен быть сильным духом. Вот. Надеюсь, это есть во мне еще. И потому что я худел в 2016 году и похудел на 43 килограмма. Сейчас 25 килограмм, чуть позже по моему возрасту, но думаю, что с этим справится. Все, начинаем наш марафон похудения.